Мостовая – не просто частный сектор, а участок, связанный со многими историческими событиями Симбирска. Основали мостовую слободу в 1649 году казаки, переведенные из села Федоровское Казанского уезда. Они построили дома, церковь, возделывали землю, занимались рыболовством. Сегодня мостовая – это большой микрорайон, где проживают тысячи ульяновцев. Праздничные гуляния по случаю 370-летия мостовой прошли на улице Российской. Видите, мостовая, она как охранная зона у нас. Мы засечены черта, всегда охраняли Симбирск. Сначала нас мостовой основывали, как сохранять Симбирск, а буквально через определенные 20 лет, что уже как с этого места штурмовали Симбирск. Поздравить местных жителей с юбилеем приехала и большая делегация с малой родины основателей мостовой, села Федоровская. Нам очень отрадно, что вот через годы, через расстояние, люди, жители находят друг друга, находят общие истоки. История для всех нас, российская история, она близка, близка по духу. И тем более нам отрадно, что достаточно активно живут наши сородичи. Для жителей микрорайона организаторы подготовили праздничную программу «Фанфары юбилейные звучат». Прямо на улицах экспонировались выставка декоративно-прикладного искусства от местной детворы и книжно-иллюстративная выставка об истории слободы. Свою спортивно-развлекательную площадку представил клуб «Симбирцит». А замерзнуть гостям не давали полевая кухня и зажигательное выступление кавер-группы. Завершился вечер праздничным салютом. Анна Тищенко, Юрий Конихин, новости Улправда ТВ.